А история произошла следующая. Добрые люди отобрали у кошки котят, сложили их аккуратно в пластиковый пакет, завязали его и бросили в мусорный контейнер. А кошку прогнали. Но кошка вернулась. И, слыша плач своих котят, бегала вокруг контейнера и громко кричала. Как будто она кричала: «Спасите моих детей! Помогите!» Недалеко играли дети. И они обратили внимание на кошку. Достали этот пластиковый пакет, вынули оттуда котят и дали кошке. Она сразу начала их облизывать, мило мурлыкая, кормить. А дети побежали за взрослыми. Так была спасена эта милая семейка. Кошку сейчас сфотографируем. Ну, хватит. За
котятами, плачет своими. Котят увезли. Котофеич, тебя сфотографирую. Ты у нас такой красивый. Котофеич. Да, его можно назвать кофе. Угу. Гикофеечка. Гера его так и назвал. Вы знаете, он может мышковать и как кофе вообще не тайна. Он платит все котят. Угу. Почему она не платит больше? Ты же ее гладишь. Белка, белка, подними голову, белка. Ой, блин, а персик с ума сходит. А персик вот меня за лапками ловит. Ах ты, персик. Персик с ума сходит. Да, персик. Ах ты, персик.